я в туалет хочу. Ребят, папа, ты хочешь пепку туда ставить? Нет. Ты на канале Фокс Семью. Это очень легко поднять. Ну не так, я думал. Нелегко поднять. Подняться к вам. Ребята, мой инстаграм спросил. Он сюда, для этого машина. Еще немного дойти, и все. Древности там купались. Тогда не было еще нормальных бассейнов. Нам правда дальше вперед. Ребята, здесь нам немного осталось. Очень сильно поехали. Мы где-то мы сначала зафоткали в начале ролика. Пожалуйста, вернитесь. Пожалуйста, поставьте на паузу, вернитесь назад. Будете не на том месте. Ну, не переживайте. Наверное, следующий раз повезет. Ну, а мы поднимаемся дальше. Ребята, подсыпать большая скала. Тут мышишки. Смотрите, какая шушка. Ребята, а вы знаете, что у таких толстых шишек бывают семечки? А вы бы откуда откуда семки берут? Пишите в комментариях, как будто я ничего не говорил про шишки. Забудьте про это и напишите в комментариях, откуда появлялись шишки. Ребята, если спрячу эту шишку, кто правильно найдет, я ставлю такой лайк и сердечко, конечно же. Но я не знаю, как ставить сердечко, а напишите комментарий. Но мы продолжаем. Ребята, я уже спрятал шишку. Ребята, поверяй его. Кто успел правильно и кто не успел, написать в комментариях. И чего? А я показываю вам. И я так сам даже видел.
запомнилось, нас запомнилось. Смотрите, кто не узнал мира, здравствуйтесь. Смотрите, объясню, что это. Это такая телевизионная башня, которая передает телевизор от спутника антенны, которая в космосе сидит где-то. А мы делаем тут привал, останавливаем. Блин, что за елок упала? Смотрите, там есть колесо обозрения. Идем хорошо снимать. Так, я просто все стекло туда ставить. Я в слово. Ребята, смотрите, видите шишку? Где шишка? Ой, где шишка? Где шишка? Она сюда упала. Это ты ее бросил. Я бы хотела из этого результата, сделать вот такой тёплый. Ребята,